А? Прямо сейчас что слушаете? 101.8 FM. Здорово, добрый вечер всем, кто настроил свой приемник на частоту 101.8 FM в студии прямого эфира в программе «Неделя» Андрей Порохин и наш долгожданный гость, о котором мы на протяжении двух дней вам рассказывали, профессор-сектовед Александр Леонидович Дворкин. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Что я сейчас слушаю? Да. Я слушаю Бандерас, группу Бандерас. А песня? Песня «Сумасшедшие ночи». О, спасибо большое. Сумасшедшие ночи. Кто-то пьян, кто-то озабочен. У кого-то секс, кто-то просто дружит. И всем так нужно любви. Градусы. А какую песню? В городе. Спасибо большое. А что? Давай посмотрим, как ты летаешь. Всего лишь 5 этажей, потом растаешь. Играла в свою... А что это? Топ-степ. Ну, композиция автора, можешь назвать? Давай, я в тебя верю. Это Кадрю, спектр. Сложное название, если честно. Плантом Шила. А песня? А песня Summer Shadows. Спасибо большое. Я думаю о лете. Хорошо. Я тоже думаю. Это Рэм Дига, в общем. А песня? Песня «Наши люди» называется. Спасибо большое. Побежали по фронту лидеры. Мы набили стихи перцем, чтобы каждый псих и бездарь, против которой стих и вскрелся. Печка печет, но кто мне не скажет, с какого МС теста. Где мы бывали, там они сделают пи-пи. Рэп. А исполнительная песня можешь назвать? Нагана. А песня? Когда меня развяжут. Я не помню, как называется. А можешь посмотреть? Еще раз посмотреть можно? Так, сейчас. Вязки. Спасибо большое. Сейчас встану, клянусь, больше никогда не ляжу, не лягу. Да, брат, наверное, глупо лечить от тяги, когда в тебя заливают литры ядовитой бодяги. Когда меня развяжут санитары, я буду слабым и очень старым. Что ты сейчас слушаешь? Би-2. А песня? Моя любовь. Спасибо большое. Разбиваются и вновь идут.